общем, I found you at the window again, looking out, watching the leaves falling in. And you were something like a dream. Всем доброе утро, всем привет. Сейчас сделала маску, чтобы выглядеть менее опухшей. И я переоделась уже, потому что когда ты уже одет, тебе кажется, что все, you're almost done and you're ready to go. А я вообще очень медленно собираюсь. Итак, в общем, снимаю маску. У меня на самом деле не так уж и много времени, чтобы накраситься и так далее. Поэтому я просто сниму на таймлапс, как я крашусь быстро. И все. Закрепляю волосы. В общем, ребята, я сделала очень легкий макияж, потому что я сейчас еду на съемку. Сейчас мне нужно очень быстро собрать косметичку. Ничего не вижу. У меня есть еще сегодня несколько дел в планах. Оценим мой вид. Ладно, я одеваюсь так каждый день. Пускаемся. Я уже приехала в студию. Я сначала не поняла, что за место, а потом вспомнила, что у меня тут уже была съемка один раз. В общем, свет, конечно. Я вышла со съемки, взяла подружке цветы. Сейчас поеду к ней домой, чтобы поздравить ее с днем рождения. В общем, ребята, я оказалась в больнице. Мне наконец-то удалили ноготь. Я не знаю, можно ли такое показывать. Короче, мне удалили ноготь. Мы пришли в аптеку покупать лекарства. Сходили в аптеку. Это моя подруга, а это ее парень. Они встречаются. Сейчас мы пришли покупать продукты для моей сестры. Я взяла мороженое. А нет, мороженое.